Ребятки, всем привет! Привет, с вами Александр, и у нас монстр на прокачку, очередная у нас серия, и качать мы будем Egg Eater. В общем, это такой монстрик, который у него в комбинациях много, много массовых ударов. Это не демагер, это у нас, в принципе, монстр саппорта, потому руны ему рекомендуются там 2 на скорость, 1 на силу, примерно вот у вас основной набор идет такой, на скорость упор. К чему мы будем стремиться? Это у нас обязательно будем брать Possession Eggs, такой удар. Это у нас удар по всем врагам со 100% отравлением идет. Потом есть два удара, самых сильных у него это Snake Gno и Viper Munch. То есть они бьют одинаково по 55, перезаряжается, правда тоже долго, два хода перезарядка идет. И еще идет отравление на 4. На 4 хода. И, ну, правда, забирает 10% жизни и 20% силы. Так. Потом можно брать либо Horror X, либо Domination X. Так. Это в качестве второго удара. На третий удар можно брать Multi-Effect X. Ну, и тут еще стоит определиться, хотим ли мы брать, как бы... Можно взять два сильных удара, Viper Munch и Snake Gno. Либо брать еще один дополнительный удар, типа Domination X или Horror X, который идет массовый удар по нескольким врагам. То есть там идет ослепление и горение в случае Multi Effect X. А в случае Horror X у нас идет кошмары на три. Кошмары. Кошмары на три хода. В общем, такие вот пироги, ребятки. Ну, а я пошел качаться. Это, ребятки, единственная дилемма была, вот мы взяли змеиное голодание и еще было жевание гадюки, вот как-то так назывался второй удар. Они практически, они одинаковые, абсолютно два одинаковые удара, это удары специальный особый урон, вот какие-то, то есть это не магические удары. То есть два варианта есть, либо брать два вот таких вот удара с одержанием, содержимостью, да, либо один удар с содержимостью заменять на еще один такой вот сильный удар с отравлением на 4 хода. Как бы, ну, тут выбор каждого из вас. Ну, я остановился, ну, на таком выборе. У меня будет две одержимости, потом вот этот прекрасный удар слепота на 2 хода и горение на 3 хода. Как мы знаем, горение — это самый больший урон наносит, ну, как и кровотечение. Вот горение — очень классный эффект. Ну и вот единственный такой вот удар, был еще такой же удар, есть более сильный, но он требует перезарядки, если не ошибаюсь. То есть я выбрал более слабый удар, но зато его можно наносить каждый раз. Ну и по рунам, две руны на скорость нужно ему ставить. Посмотрим, что у меня есть. Экипировочка. Так, есть ли у меня какие-то пятые руны? Так, увеличивает скорость чудища. Подтвердить. Так. Эх, как дорого это. Как это дорого. Так, что у меня еще есть? Есть еще одна руна на скорость. Подтвердить. И одну руну на силу, мне кажется, надо будет поставить. Скорость какая у чудища моего? 3, 4...
4600, по-моему. А ну-ка. Так, так, так. Где мой самый скоростной юнит? Сфирнус. Где мой Сфирнус? Сфирнус. У Сфирнуса у меня 4 руны, и у него 3400 плюс 1600. То есть у него 5. У него скорость 5. У него скорость 5, это на 4 рунах. Тык-тых, вернись обратно. Скорость 5 на 4 рунах, ребятки. Он... А здесь у нас получается скорость-то послабее. Скорость послабее, то есть 3-4-700. 4-700 даже нету. Не, есть 4-800 практически. Так что вот тут надо думать. Ну, я, наверное, подожду, ребятки. Пятую руну сейчас не буду ставить, потому что, ну, точнее, не буду пихать ему сейчас третью руну, потому что нужно ее пихать уже, ну, пятого уровня. То есть это будет либо сила пятая, будет, либо опять же, скорость пятая. Но он не очень быстрый, как видите. Сфирнус на четвертых рунах намного быстрее получается. Так, давайте зайдем. Что здесь у меня есть? Скорость команды. И сила чудища 36%. Ну, вот эту я могу, конечно, ему поставить. Руну. Но хотелось бы что-то посерьезней. Ну, пока оставим, ребятки, так ее. Ну и давайте проверим же, как наш Эгг-Итер покажет себя в бою. Так, идем в бой. Это, кстати, классное подземелье. Здесь будет Тартарус. Я его очень жду. Он нужен мне для того, чтобы сделать легендарного монстра. Так, сменить команду. Давайте сейчас уберем нашу дамочку. Ух ты, впереди у нас оказался нашу дамочку, нашего лорда. Так, бой. Ну, так, самый быстрый здесь должен быть, конечно же, Эгг-Итер. Так, это у нас яд. Это одержимость. Вот это самый классный ход. Ну, только... Да, тут надо, знаете, перед ним надо Сфирнуса, лорда Атлантиды ставить, чтобы он ему меткость давал стопроцентную. Но лорд у меня будет ходить, наверное, после. Ха, отравление должно было быть, да? Так, ладно, давайте пока не будем спешить их убивать всех. Так, ну тут замешательство, это красота. Ой, он самоустранился. Яд. Ну давайте яд сделаем ему. Яд прошел, отлично. Так, давайте пропустим ход. Пропустим. Сейчас посмотрим, сколько яд заберет. 27 тысяч. Ну, яд, честно говоря, слабо. Слабо, ребятки, слабо. Еще себя подлечил. Так, вот здесь мой хороший удар такой с мультиэффектом. Ха, горение, yes. Так, ну все, добиваем его. Так, надо лорда прокачать по скорости. Лорда в скорость вкачать надо. Потому что он у меня сейчас будет... Желательно, чтобы лорд ходил впереди Эгг-Итера, потому что его нужно ускорять. Ну, не ускорять, а уточнять его нужно. Так, уберем нашу няшку, вернем лорда. Давайте смотреть. Лорд 3600. Здесь 300. А, блин, ну, суммарного итога я не вижу. Ну, будет ходить Эгг-Итер первым. Эгг-Итер ходит первым. Тут надо просчитывать. Надо просчитывать. Какие руны у меня у лорда? На скорость. Ой, надо ему... Ой, на здоровье стоит руна. Ужас-то какой. Какой ужас, ребята. Так, давайте вот так сделаем. Вместо водомагмы. Всех подожгли. Усилим водомагму, давайте сейчас их по-быстрому снесем, наверное, все-таки. Так, а ну-ка, минус 50 меткость. Попал, все равно попал, гад.
Так, ну ладно, давайте. Всем повторное горение. Пык-пык-пык, сейчас так пшик-пшик-пшик, и исчезли. Так, давайте еще раз. Еще одержим кого-нибудь. Блин, ну одержимость слабая какая-то. Она что-то редко попадает. Вот я уже два раза одержим сделал. Первый раз попал один из трех, а второй попал вообще никак не попал. Надо с этим что-то решать. Лорду рун на скорость надо впихнуть. Так, давайте это сейчас сделаем. Возьмем нашего лорда. Добавим ему скорости. Так, ну пусть пока так будет. Идем обратно в подземелье. Тартарус. Тартарус ждет нас. Осталось совсем немного. Ну, водомаг у нас традиционно самый медленный. Ну, давайте так теперь. Так, все-таки Эгитер все равно у нас впереди. На двух рунах он впереди. Так. С вероятностью 50%. Два из трех уже лучше. Давайте усилим, чтобы было 100%. Отправление не прошло. А, пусть эти друг друга атакуют. Это очень прикольный удар, да? Ау, шандарахнул всех. Так, мы снесем этого зайчика, которого я не получил на Паскальном острове. И сейчас шандарахну еще раз всех одержимостью. Ха-ха-ха! Замешательством. Так, ну. Пускай там сами между собой разбирается, а мы посмотрим, правда ведь? Да, он быстрый змейка получилась быстрая, ходит часто. Но пропустим их. На это нужно посмотреть, полюбоваться. Замешательство. Ху-ху! Ну давай. Он нас подлечит, что ли? А, нет. Сам себя уничтожил. Так, ну все. Водомагма сейчас разберется. Вуаля! Очень даже ничего у нас получается на комбинации. Сейчас еще, знаете, ребятки, надо бы на арену сбегать, взять Сфирнуса, который всех вышибет. Потом взять этого гаденыша, который всем даст одержимость. Блин, правда, на один ход держится. То есть она наложится удары. То есть заморозка. И сразу же потом пройдет вот эта атака. Оно на следующий ход пропадет из заморозка. Наверное, так не по приколу ходить. Так, ладно. Это мы сейчас проверим. Так, два одержимых. Сейчас по-быстрому с ними расправимся. Как раз они ходят, и они оба одержимые. Ой, он какое чувство, вроде, знаете, сам головой об стенку ударился только что. Так, ну ладно, сейчас водомагма всех сожжет. Ну ничего, так можно. Так, ну первый попавшийся, давайте попробуем с ними пободаться. Так. Это, в принципе, знаете, даже вот если эти удары и накладываются друг на друга, то есть там на следующий ход у них пропадет и заморозка, и замешательство, но и вот если Сфирнус промазал, то это как бы дополнительная перестраховка. Вот как и получилось. Замешательство как раз на того единственного и попало. Замешательство намного более
сильный удар, чем заморозка. Так, о, нет, смотрите, а заморозка-то осталась на нем. Так, ладно, тогда делаем вот так. Ладно, всех, подожжем пока всех. Вот замешательство на нем. Так, подождите, этот удар может дать замешательство на несколько ходов. Ух, он еще кошмары всем наложил. Ну что, еще раз их одержим. Одержим их. И снова замешательство уже на двоих. Ну давай, креветка, твой последний ход. Неплохо, минус 10 тысяч. Заморозим креветку. Вообще, конечно, ну неплохая команда. Ее еще нужно как-то отточить немножко, наверное. Еще всем слепота и еще раз поджечь всех. Это просто ужасно. Ужасная комбинация получается. Не знаю, как она, конечно, не очень быстро убиваемая. Убивает всех остальных. Хотя нет, вода магма валит на раз-два. А столько всяких эффектов. Смотрите, горение, слепота, одержимость, ужас просто. Самоубийственный такой набор. И это хорошо. В общем-то, такой у нас получился Эгитер. Мне он понравился, несмотря на то, что точность у него, конечно, хромает. Но поскольку у нас есть... Я все-таки сделал, мне кажется, правильный выбор. Я выбрал два удара с замешательством, а не выбрал два сильных удара. Потому что демагер с Эгитера не очень. А вот саппорт очень даже хороший получается. Так что, ребятки, вот такой у нас прекрасный наборчик на данный момент. Будем его обкатывать. Вы еще его, думаю... много раз увидите. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!